Дорогие дончане, уважаемый Сергей Вадимович, спасибо. Да, уважаемый Сергей Вадимович, Константин Георгиевич, спасибо большое за вот этот визит, рабочий визит. И у нас сегодня в рамках вашего рабочего визита есть, конечно, очень приятный аспект. Сегодня готовы к заселению два дома, 65 квартир по переселению из аварийного жилья. Донской у нас один из наших исторических шахтерских поселков, и люди, конечно, ждали это жилье десятилетиями. Кто-то даже, да, кто-то 63 года, вот, подсказывают мне. Вот, поэтому, да, 63. В целом, вот этот микрорайон, который мы застраиваем, он у нас реализуется по программе 3 лет, и мы даже идем, один из домов у нас, это по программе 15 года, который мы должны были сдать в следующем году, то есть даем досрочно. Наш строец, наши тульские строители, посмотрите качество отделки, стоимость это 30,5 тысяч рублей за метр квадратный, то есть мы стараемся за не очень большие деньги построить нормальное качественное жилье и дать новую жизнь вот этому микрорайону, потому что в этом микрорайоне жилье последний раз строилось, наверное, лет 40 назад. Поэтому спасибо вам большое за участие, за то, что вы проявляете такое вот внимание к проблемам Тульской области, к нашим жителям. Вот, а жителям спасибо большое за терпение и, конечно, слова благодарности нашим строителям, которые помогают нам в реализации этой программы. Спасибо. Слово предоставляется председателю наблюдательного совета Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергею Вадимовичу Степашину. Спасибо. Я думаю, мы сейчас быстро закончим, потому что прохладно. Вообще-то лучше людям отдать ключи, чтобы они зашли в свои дома теплые. Я хочу вас всех поздравить, дорогие друзья, дорогие товарищи, с вот этим событием. Вот бабушка говорит, 63 года ждала. Как раз мой возраст, значит, с 52 года она ждала, дождалась. Конечно, это не лучший пример для нашей страны, я думаю, и для Тулы. Все-таки 63 года ждать, это неправильно по жизни, наверное, и по совести. Но то, что действительно, вот Владимир Грузев, ваш губернатор, человек, кстати, неформальный, поэтому мы уже в этом году второй раз приезжаем именно в Тульскую губернию вручать ключи от новых домов. Я хочу еще раз поздравляю вас, сказать спасибо, во-первых, строителям. Местные строители ваши умеют строить, умеют делать. Причем не так дорого, как это, в общем-то, на рынке сегодня жилье. Ну и самое главное, что я хочу сказать о том, что Тульская область выполнит свою программу, мы сейчас об этом говорили, на январь 2012 года. Кстати, благодаря Владимиру Грузеву я вам хочу раскрыть маленькую тайну. Это один из немногих субъектов федерации в нашей стране, который практически на 100% показал в январе 2012 года настоящее аварийное жилье. Вы знаете, дорогие друзья, у нас во многих регионах получилось так, занизили количество аварийного жилья местные начальники, понимают, что придется потом за это отвечать и деньги находить. У вас этого не произошло, несмотря на то, что сейчас сложный экономический период и финансовый, программа здесь выполняется. Ну и те, кто не попал в ее с января 2012 года, многие сейчас спрашивают, что дальше будет. Естественно, аварийное жилье же никуда не денется. Она будет прибавляться, нам хрущевки надо будет расселять. Того периода, тогда они казались счастьем для многих людей, которые туда переезжали. Так вот, сейчас готовится закон, и все те, кто живет в аварийном жилье, будут получать новое жилье. Может, несколько по иным принципам, но никто в бараках в нашей стране жить не будет. Вот это мы вам гарантируем. Еще раз с новосельем, спасибо, всего вам доброго. Слово предоставляется генеральному директору Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константину Георгиевичу Цицину. Очень приятно смотреть на эти дома, и архитектурно, и на самом деле уверен, что и внутри все хорошо. Не буду долго говорить, как уже правильно сказали, смотрю, слишком много ключей у нас, чтобы не затягивать процедуру. Давайте перейдем к самому прекрасному моменту. Хочу вам сказать только одно. Вы не подумайте, что это вот подгадали там к празднику, который будет совсем скоро, к Новому году. Но все равно я вас всех поздравляю с тем, что вы наконец-то за такой большой промежуток времени получаете это жилье. И очень бережно относитесь к нему. Поздравляю еще раз. Квартира номер 30, Александр Иванович. Квартира номер 8, Вячеслав Николаевич Тютюлин.